Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пятая книга Торы Моисеева, Второзаконие, 6 глава, 4 по 12. Внимательно слушайте. Я специально беру большие пакеты, чтобы запомнилось легче. Слушай, Израиль. Господь Бог наш, Господь един есть. Вот заметьте, если мы попадем когда-то к евреям, где они на своем языке идут, у них главное все время повторяется «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль». Мы можем сказать «Кошмар Раша», «Слушай, Россия», что нам Бог открывает? Это момент входа их в обетованную землю. Беззаконный человек – беззаконник. И поэтому, если Господь обращается, слушай, Израиль, а мы новый Израиль, Господь нас приобрел кровью Своею, это относится к нам. Мы сейчас рассмотрим, каким образом и где мы можем найти то, что Господь сказал им, и где это сегодня найти. Далее. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Так, посмотрите, вот с кем вы знакомы были, у кого так детей воспитывают. Непрерывные везде, за столом, да за столом молчат, нет, разговаривать надо о божественном. Дети передадут детям. Человеку так трудно переначить другое. Сегодня легче. Дух Святой перерождает человека. А у них же этого не было. Только от научения. И они были очень внимательны. Но когда отступали от того, что здесь говорится, Господь сразу же показывал им, кто вы. Читайте первую главу книги пророка Исаии. Ничего подобного нигде больше нету. Все овцы рассыпались. Сделали с добычей волка. То есть, кто бы ни пришел, там Чарльз Дарвин сказал, революция. И на полном серьезе начинают. Ты вдумайся маленько, как это может быть? Вы знаете, что такое янтарь? Это смола, которая течет и потом застыла. И находят смола, которая там 100 лет назад. И там ящерица, жук. Какой был вчера, такой сегодня. Нигде нет, вот между коровой и лошадью переходного звена нету, все обман оказался. Это доктор один, который всюду и везде ездил, и наконец он доказал. Никаких там динозавров, ничего нету, австралопитеки, человек сгорбатился. Кости на расстоянии 2,5 метра. Там трудно, там подтащили, поставили, и люди на полном серьезе верят сам по себе. Если вы хоть немного смотрите, то посмотрите, сколько всякой милости Бог дает нам. Вот муха садится, а почему она не падает? Стекло, потолок, и она не падает. Так нет, еще есть геккан такая, как ящерица, и она по потолку, который стеклянный, и она бежит. Она когтками не может взяться, там нет. Как она держится? Для этого потребовалось не 1000 лет, пока наконец стали электронные микроскопы. И оказалось, что у нее не просто лапка, а она развивается на 44. Когда электронный микроскоп показал 44, разбивается на 144. Я к примеру говорю так. И все это вот как засосало, и все. И у нее язык в 4 трансфона раза длиннее ее тела. Вот муха сидела, все смотрели. Мухи нет. Человек не может глазом усмотреть даже. Она его выбросила, точно попала, прилипла и обратно себя, и уже наелась. Завтрак закончен. Показывает. Рыба такая, одна голова и хвостик. Голова, ну, там может быть в 1000 раз больше хвостика. Но это не все. Она рот раскрывает широко. Дальше от носа висит ниточка, загорается. Маленькая рыбка плывет, она закрыла рот. Все, мордушка моя сработала. Другая смотрит. Проплавает рыба, и она глядит, на ветке сидит стрекоза. И она оттуда стреляет водой, точно попадает, а свет искажает, не по прямой. Там надо понимать, сколько искажения света идет. Точно по ней она падает, завтра готов. Кто это все сделал? И вот здесь нас призывает Господь быть внимательными. Самое главное не это.
Самое главное, вот то, что говорю, это я, Бог позволит, если завтра закончу этот материал. Это никогда не кончишь. А вот теперь смотрите, что дальше будет. Как учить надо. Подальше. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. Видели, если евреи как делают? Коробочкой вот здесь вот привязано здесь, ну и здесь. А что, любимые стихи Библии. Ну а почему не в кармане? Видимо, понимали сакральный смысл. Она в лбу, ближе к мозгам моим, легче запомнить. Ну, какое-то, ну, не объясняется. И дальше на рукаве точно так же. И они точно так сегодня показывают в Израиле. Молодые ребята, ну, видно, что совсем молодые, идет с этой коробочкой. У нас, посмотрите, сколько этих коробочек надо. Пройдите, посмотрите. 25 мест из Библии. 25. Вы найдите сегодня храм, в котором хотя бы одно вот такое было окно открыто. Окно в будущее. А у нас, посмотрите, зайдите там, молодым, на свадьбу какой, и все, Библия, Библия, ни одного слова не добавлено. Горы показано, помышляя горнем. И далее. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю. Слово косяки, видишь? И напиши их на косяках дома твоего. Запомните. И на воротах твоих. Ну да. Я об этом хотел сказать. Говорят, мы пользуемся крестным знамением, потому что когда Израиль выходил, то Моисей помазал ягнящей кровью перекладиной, два, и получается крест. Обман. Порога не было, это шатер. В шатрах, в балаганах нету ни этого. Вот чумы, которые у них есть. Да, а это то, что твердо стояло косяк. Вот за косяк двери, на видите какая? За него цепляется, приделано. А теперь, ну, двойной створки это не бывает так домашней. А та стала второй косяк. И напиши на косяках. Я все хожу к косякам, смотрю, ну никуда нельзя написать. А больше нету нигде, остальное все сгибается, падает. Косяки и перекладина. Перекладина, вот которая соединяет. О них тоже говорится в Писании. Пасхальный день, врата, поднимите верх ваш. Господь с победой из преисподней вернулся. Я один раз в Исаакиевском соборе был так, а она объясняет, гид. Ну, людей там много. Это от того, что священники на Пасху, такие ризы у них красивые. И вот я говорю, это со всеми так. А как? Оказалось, до того податливое. Я говорю, вот, Господь ни перед чем не кланяется. Вот такой, а он выше там на 3 метра. Врата, поднимите вверх. Она говорит, тогда говорите им. И уже прошло полчаса. А они-то на 6 групп разбивают, все группы в одно место сбились, и там билеты продавать, а некуда, полные. Это Господь делает. В народе есть жажда знания Слова Божия, но оно должно быть абсолютно точное. Врата, поднимите верх ваш. К воротам, как к живым обращается. Не надо смеяться над этим, потому что в вечности так написано. Жертвенник, жертвенник. И он разрушится, жертвенник. Так жертвенник мертвый. У Бога нет мертвого, Бог все живое делает. И мы это знаем не откуда-то из Святой Библии, которая перед нами. И далее. Запоминайте, Второзаконие, 6 глава. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненную всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и с маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Видите как, вы идете, вышли из пустыни. Дальше-то куда идти? Ни дома нету, ни земли, никто тебе ничего не даст. А Господь говорит, те народы предупрежденные, они развратились, и вы их уберете. Все, что в домах, все, что они насадили, это вам принадлежит. И они вплотную подошли, испугались и говорят, нам не завоевать. 40 дней ходила эта делегация, прятались они там. 40. И только 2 человека, 12 от каждого колена. И тогда Господь сказал, за каждый день один год в пустыне, пока все не перемрете. У кого больше 20 лет было. Теперь да мы вернемся, все кончено.
игра кончилась. С нами сколько Господь разговаривал, сколько мы времени потеряли на каких-то разговорах, на звонках, знакомые, родные, близкие. Почему не со Христом мы? Он рядом с нами. Ты только возопи, и ты увидишь, что Господь делает. Тем более у нас столы переполнены книгами. В каждой книге примерно 3000 ссылок на Библию. Это вообще даже сказать нельзя. Более богатых, чем мы, не то что трудно, а вообще не найти. Нету. Кто приезжает и никогда этого не видели нигде. Чтобы все Слово Божие слушали, задачи перед крещением проверяем, экзамены принимают. Нет этого. Дальше. 11 глава, 20 стих. Здесь же. Мы немного, вместо 30 откроем. Так. 11:20. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. И ворота попали теперь. Там не сказал, значит, почему-то добавлено. Но я не знаю, что везде можно писать. Но как на косяках? Значит, какие-то они были не такие, более широкие или что. И не бумажки приклей, а прямо на них напиши. И вот сегодня, если дать такое указание, сколько оговорок будет. Еще смеяться, да кто на косяках пишет, и все грамотные такие. А это закон был. И закон Господь никак не мог дать им, как только оповестить. И мы увидим сейчас, что такое слово «скрижали». Скрижали – каменные плиты, на которых Бог написал закон. И когда Моисей расколотил эти скрижали, увидел, что они отступили, заново пришлось делать. Вот тут начинается самое главное. Скрижали. Мы же православные. И вот посмотри, когда архиерей бывает, это патриарх, у него вот здесь вот такой красный бывает, или зеленое, и крест. Это скрижали. Ни одной буквы не написано. Я все это время, эту неделю смотрел, ну какая же, ну какие же это скрижали-то? Или вот он здесь прицеплен у него, это щит он. Ну щит, допустим, ребенок горошины ударит, еще не пробьет. Но остальное-то, почему прямо-то не сказать? И вот Евангелие выносит, а перед Евангелием, заметьте, у нас помогает, идет свеча. Это не просто свеча, это Иоанн Креститель. Ну, почему не сказать-то? Люди, которые в храм приходят, они вообще ничего не знают. Он пришел, ушел. И наверное, прибежит на базар, бежала в храм. Уже «Отче наш» поют. Причаститься все равно. Хуже нас никого, наверное, на земле нету. Нам Бог открыл эту истину, и люди совсем не верующие. И как? Любого отпоют. Самый негодный негодяй, самый бунтарь отпоют. Царство небесное. Но вы знаете, что он не был никогда рабом Божьим. Да. Но вот умер, когда Брежнев. По всем храмам раздали, чтобы молились и молились. Мы в молитвах говорим неправду Богу. Он не нуждался в этом. Нужно сказать так. Сегодня время, завтра, как уж Бог рассмотрит. Вот как сейчас у нас в стране сколько об этом кричат. Отпеть надо, там то отпели. А вот его теперь канонизировать будут. Бунтаря, человек, который безумную фамилию даже показывает. И никакого разумения у людей нету. Вы же видите, к чему все подошло. На этой неделе, вот которая за этим идет, большие перемены будут. Молитесь, чтобы Бог взял в руки руководство над нашей страною, над жителями ее. Вы знаете, что в этой неделе будет. Об этом сколько говорят. Итак, об этом написано. Нам подкинули здесь материалы, сколько кандидатур на одно место. Все есть. И далее. Книга пророка Аввакума 2.2. Так, мы рядом здесь. Вот она. Аввакума 2.2. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Вот что необходимо нам. Вот что мы сейчас делаем, нам никогда не выкупить эти книги, невозможно. Ну, вплотную подошли. Господи, помоги, как? Как это? Ну, Бог-то избирает то, что когда ничего нету. Вышел Давид, оружие не знает. Одежду сдали, походил, она мне сдавливает. Ну ты же видишь, Голиаф-то стоит какой-то, в два раза выше тебя. А я медведя ложил, льва опрокидывал. А как? Колыши взял, размахнулся и прямо в лоб. И все, кверх ногами.
И так и здесь Господь берет самое негодное и выставляет теперь на, перед всем миром. Смотрите, Библию сейчас объявляет книга, которая опасная. Так что, которая находится на этой операции, Евангелие от Иоанна, там другие стали запрещать. Сведения пришли. А почему? А там мы все время, каждый день повторяем. Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Это в Библии, вот здесь все написано. А вы подаете тем людям, которым воевать надо. С их позиции, с той экстремистской литературы, то похоже. Но если это все отнять, то зачем мы живем? Человек выбор это делает. Подчиняешься этому или не подчиняешься. Мне вот сейчас пишет, сыну, это внука звать Александр, хороший, учится в университете. Затеял, не хочу учиться, я поеду туда, где воюют. Вы как-то сможете убить? Никак. Я не стал писать и говорить, это в Божьих руках. Помолиться я могу? Господи, если угодно, задержи его. Задержали? Нет. В другом месте показывают, родители сидят, плачут. Вот этот квадрокоптер сбросили. Они разговаривали кучкой, ему голову сразу оторвало. А родитель с фотографией сидит. Что надо было думать раньше? Почему не молились? Почему вы не обратились? У нас такое сообщество, которое мы все принимаем и не за деньги. Мы открыто прямо говорим, Господи, коснись сердца человека. И начальствующих расположи к нему. Это Бог делает. И здесь мы видим, а Аввакум это малый пророк, не то, что он по значению, а по объему, тут две страницы. Пророка Исаия, 30 глава, 8 стих. Исаию называли ветхозаветный евангелист. Теперь пойди, начертай это на доске у них. И впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Видите, в книгу. Куда дальше? Эти книги наши все в библиотеках находятся, мы по всему миру проехали. От Тихого до Атлантического океана. Сколько людей за это время пришло? Почему? Начертай на доске. Как? Ну хоть как-то, ты маленько, ты можешь понять, что речь идет о Божьих словах. Значит, мы сейчас смотрим, где на скрижалях каменных, теперь на доске. А дальше на книге. Мы сейчас увидим, как. Однажды я видел такое, самолеты, не здесь, где-то город Сакраменто, примерно Калифорния в Америке, летят реактивные самолеты. И каждый заряжен светом. Синий, красный, там, зеленый. И они такие делают пируэты и прямо пишут, слава тому-то. Прямо пока показано. Если религиозный праздник, поздравляем с Пасхой Христовой. И буквы эти расползаются там, наверное, на километр. И на них плывут, бери, считай. То есть тогда этого не знали, а мы сегодня посмотрим, как это все делается. Если в этом есть ревность. На воротах напишем, у нас там ворота на улице, и надо прямо повесить, что-то сделать. Но у нас и так слышно все. И далее. Книга Иова, 19 глава. Перед Псалтырью. 19 глава, 23-25 стих. О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным соловом, на вечное время на камне вырезаны были. Вот как, на камне, и здесь, и в книге, и да, олово, да расплавленное, да чтобы оно не стереть ничего нельзя. Заботились о сохранности. Ну и писали как, козлиная, которая шкура... Не твердая такая, ее бы делали. Вот это и есть теперь корочки, где остались только от старых книг. Это не легкая была работа. Вот вышла книга, если пожелаете, даже можете найти ее. Отец Геннадий Фас написал, она небольшая, этюды. Как пишут, переписывают Библию. Как мусульмане говорят, у вас переписывали Библию, а их научили так говорить. Переписывали, а поэтому каждый раз что-то меняли. Ну кто же будет менять-то, когда закон Божий? Ну, то есть, глупость такая. Господь сказал, небо и земля исчезнут, но ни одна йота, ни одна черточка не исчезнет. И когда он описывает там, отец Геннадий, какие были чернила, на чем писать. Если он пишет, и слово Бог не дописал, в это время хотя бы война началась, не отойди, пока не напишешь. И пишет свиток, как вот когда обои бывают закрученные. И он человек...
чтобы найти это место, надо было раскручивать, а тут он страницу, видишь, как открыл, только тут и все и есть. Но там по-другому нельзя было. Книг таких не было. Это еще Петр Иоанн там будет делать, Гутенберг в Германии на 100 лет раньше. Это изобретатели были. Мы подошли к тому моменту, когда мы выглядим, ну, просто героями, богатыми. Он говорит, Библию считать не можешь. Не беда, она насчитанная есть. И вот мне сколько говорили там, сейчас с музыкой, и там разные там Алфеев, Илларион. А люди сегодня мне звонят и говорят, ну мы ваш, моим голосом насчитаны, ваша слушается лучше, там ничего нету, и видно, человек вдумывается в считанное, а там нет, они там интонации меняют, то другое. А вы знаете, на нашем сайте 12 томов Иоанна Златоуста, 12 томов жития святых. Бери, только одно слово, да, и сегодня же мы тебе все это сбросим. Это все бесплатно. Сегодня можно. То есть, вот какие условия. До этого, когда не было интернета, мы здесь на пленки, на эти, на кассеты раздавали. До этого было на катушечном. Ну, всякие были моменты. И всюду, везде у нас Слово Божие звучало. Иов 19, 23, 25. Так, все прочитали? Хорошо. А, нет, дальше. Подождите. Так, 25. А я знаю, Искупитель мой жив. И он в последний день восстанет из праха, распадающийся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Распадающийся. Какая-то язва на ноге где-то бывает. Ну, разваливается. Я знаю, что придет момент, когда все станет на место. Каждая молекула вернется на место. Даже если бы тело было в крематории сожженное. Библия нам об этом говорит. И мои глаза, не другие. Я сейчас говорю, а видел его Павел, он встретился по дороге в Дамаск. Сам я увижу это. Этот момент, впереди такая у нас встреча. Это, кажется, Паустовский писатель. Его сын спрашивает, почему ты все как-то стареешь и стареешь, а мама как будто молодеет с каждым днем. Говорит, мама верующая, она в храм ходит, она молится, она причащается, а у меня, сынок, ничего этого нет. Я только вижу холм могилы и лопух на ней. Как мы выиграем, сколько писатель, всемирно известный, и он понимает. Даниила 5.5. Это Ян, я вернусь потом сюда. Даниила 5.5. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. И дальше? Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его. Связи чресла его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. А что для этого было? Празднуем победу. Все у нас для этого есть. И сосуды, которые в храме были, были поданы. И блудницы прислуживали, и пили из них, когда она видеть не должна, не только прикасаться. И вдруг напротив света какие-то светильники, видимо, были, кисть руки. Никого нету, и рука начинает что-то писать. И что с ним дальше было? Все закончилось. Колени стучали, чресла ослабели, означает, он не может удержать все в животе, если у него. И Библия полностью все показала. А у них специальные люди были, чародеи, там колдуны, они разгадывали, собрались, никто не знает. И Даниил говорит, дайте время. И когда тебе время дали ему, он помолился, и Господь ему открыл. Царю говорится, мене текалу парсин. Все. Эти слова расшифровал. Ты взвешен на весах истории. И ты ничего не значишь. И дальше будет переворот. В эту же ночь подкопают под город. Революция, нападение, и кверх ногами все встанет. Господь где пишет? Теперь мы новое место видим. Где-то, когда нужно, он напишет и пальцем своим. Или ангел это делал. Кто это делал-то? Ну, кисть, если видать, это одушевленная. И она пишет, видимо, шевелится. И все. А тоже только какие-то тосты говорили, звучали, за меня выпей, за президента. Все кончилось. Наступила реальность. Вот эта реальность у каждого из нас сегодня может наступить. А ты скажи, я это слышал, Господи. Я жизнь свою посвящаю тебе. Ничего нет лучше, как знать Христа и спастись. Книга Судей, 7.15.
Я долго готовился к этому, потом у меня тут разнобой идет. Я добавлял 7:15. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте, предал Господь в руки ваши стан мадиамский». Ничего еще не было. Но воевать надо. И он прокрался и слышит, как в палатке враги разговаривают двое. Я, говорит, видел такой жорно катится хлеб. И как ударил в палатку, и все развалилось. Он говорит: это Гедеон идет на нас. Он понял, что все, уже паника. Пока они придут, уже шатры пустые будут. Вот Господь сегодня в видениях, Слово Божие, как эти ненаписанные слова, они только зазвучали. Это победа народу Божию. Неемия 8, 6 по 8 стих. Неемия, 8 глава, 6 по 8. «И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались перед Господом лицем до земли». Вот как. И что? 6 по 8 и 8. «Иисус Ванаия, Веревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Маасия, Клита, Азария, Иозават, Хананан, Филаия и левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте, и читали книги закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Это единственный случай, когда об этом говорится. Сегодня православно, почему бы это не сделать? Писание, вечер, сейчас считается воскресное Евангелие. Ну, выйти народу рассказать, да тут все понятно. Ничего не понятно, на церковно-славянском. Ну, близко для нас время-то кончается. Мировая история не может ради нас продлиться дальше. Ближний Восток дымится. Сколько там? Пришла скорая помощь им помогать продуктами-то. И во время, пока разбирали, где-то 80 человек задавили только. Считаешь, такие же люди, ну там только арабы были. Мы-то в какой тишине находимся. Из каждого стиха бери себе пользу. Господи, помоги, кто там. Мы не за кого. Мы за Христа должны быть. А вот Израиль, их там, ну, напали, Хамас свое не выдержал, где ему выдержать? Это Библия говорит об этом. Вот представьте, сколько Израиль там, ниточка как идет по берегу. Все, страны, которые против него в 500 раз больше территории, в 500 раз, и они ничего не могут с ним сделать. Шестидневная война была когда? Разгромили, а там советских танков было все, в одну ночь все сожгли. День наступил, всю авиацию уничтожили. Почему? Это должно быть. Но там еще будет Армагеддон. Последняя битва мировой истории. Вот об этом где-то как-то вспоминать надо и молиться. Господи, выведи оттуда народ Твой, который верует в Тебя, чтобы дети не погибли у них. Те, которые берутся воевать, наводить порядок оружием, они за свое отвечают. А мы-то не будем этого делать. А как молитесь за кого? Господи, воля Твоя да будет. Как Тебе угодно. Далее. Книга Исход, 24:12. «И сказал Господь Моисею: взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Бог написал. Это единственная в мире была книга, написана самим Богом. И он идет и радуется. Как народ сейчас будет такой шум? Он слышит: а что это такое? Не знает. Они уже собрались обратно в Египет идти. И Аарон, чтобы задержать их, объясняет так. И он вылил, собрали сережки разные, кольца, и вылил из золота золотого тельца быка. И теперь, пока он это делал, ни одного дня ждал, когда брат вернется. А брат там с Богом. И он как увидел и не стал рассуждать. Ахнул этими скрижалями, разбил их дребезги. Это сегодня, не по-моему, я бы Библию взорвал, бросил. Смысл-то такой. А Господь теперь ему скажет: иди обратно, и теперь сам будешь долбить там зубильцем, вытешить тогда доску себе. Нам не осуждать еще, мы просто знать должны эту обстановку. Господь любит нас. Он для нас Сына Своего Единородного послал. Он нас избрал.
У нас мало, что тут пришло-то. Но мы можем понести Слово Божие, другие будут люди знать. Своим, близким, кому можете, возвестите Слово истины. Теперь Новый Завет посмотрим. Евангелие от Иоанна 8, 1.11. Восьмая глава, с первого стиха по одиннадцатый. Иисус же пошел на гору Лионскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Заметьте, перстом на земле. Еще нашли, где можно. Можно писать перстом на земле, а может быть, палочкой где. С кем разговариваешь? Есть такая возможность. Напиши: «Христос воскрес». Многое не надо. Но на земле. Что он писал? Вот вопрос спрашивает, что? Предположительно, те, которые самые такие были ярые, они заранее ее приготовили, может быть, ее держали уже. И где ваш Иисус-то? Он придет? Ну, не в один же день, он только пришел, сразу поймали. Ее надо поймать это, подержать эту пастью-то. А теперь, когда уже все случилось, теперь что нам с ней делать? Ну, вы же знаете, делайте по-своему. Ну, это написано по закону, надо побить. А что он там пишет? Посмотрел. А ты в четверг был с чьей там? Этот попятился назад. Считает так, что Господь пальцем писал грех каждого. А человек подходил, камушек свой ложил, да был таковский. Это самое благоприятное толкование. А что вы писать-то? Писание касается, когда они в храме, а здесь именно показать. Посмотри за собой, что ты делаешь. Ты ее обвиняешь. А теперь посмотри, ты же знаешь, что у тебя дети делают, где твоя дочь. А каждый пятится назад, и все разошлись. А кто осудил? Да никого нету, никто. И я не сужу. Иди и впредь не греши. У нас при выходе из храма такое написано. Дальше читаем. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Вот почему отсюда. Кто без греха? Я без греха. А тут мой грех-то уже и написан перцом. Попятился. Дальше. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Обличаемый. Да похоже, что именно писал грех. Он его обличает это. Кого же ты судишь-то, когда... Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус же сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Вот это при выходе у нас здесь есть. Так, Лука 11.53. Знаете, мы прямо берем горяченькое. Когда он говорил... 11.53. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое. Вот и все. На что? Книжники знали книга. Книжники. И они учились в школах. Вот мы ходили в школу, когда... Это я захватил. Бумаги не было. Но в школу привезли история для 5 класса. И мы брали поля широкие там были. И мы там и писали. Вообще бумаги никакой не было. Учительница отметки ставить нечего. Красная свекла мама сделает, отожмет. Я принесу учительнице, дам. Не было ничего. Денег вообще нету никакой. Можно купить, только было что-то в магазине, эти книги. Только из-под курицы яйца взять. Ничего нету. И страна осталась здесь. Вот у нас 10 ребятишек, отец с фронта без руки. И никто не умер. Больных никого нету. А сегодня со самим замучились, не знает что. А как это делает Господь? Мать говорила: есть суд Божий. И там Господь спросит за все и говорила: нельзя в пионеры вставать. Плясать нельзя, иначе на каленых там гвоздях будешь плясать. Мы все это
прямо принимали. Мама лучше нас знает. Евангелие мы не слышал, только уже после армии услышал. Далее. 1 Коринфянам 14:26. Заметьте, сколько. Я взял малую часть, сколько говорится. Вот которые на Грузии, у них там бывает на шкурах писать, на материи. Вот видите, какие цветы. А может быть надпись. Но крест не должен быть изображен под ногами. А написать, вероятно, можно. Дальше. 14:26. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Вот как. Какие-то песнопения, что-то у нас бывает перед обедом, после собрания-то, поется. Я гляжу, тут те, которые остаются, а большинство-то сразу уходят. И... А представьте, человек поет, у него есть голос. Бывает стихотворение какое-то. Наша сестра написала президенту стихотворение. Дойдет оно там, не дойдет. По милости Божией. Ну, вот так, как будто бы почти что все я взял из этого. О том, чтобы мы задумались, посмотрели. И когда идете, куда сумочки, положите везде Евангелие. Если у кого нету, сегодня же загрузим вас. Нам Господь дал возможность иметь. За то, что мы имеем связи с разными людьми, с этими, которые Гедеоновы. Маленький Новый Завет, совсем маленький. И псалтырь плюс там. Вот он со мной в тюрьме был такой. Он у меня весь сморщенный. Я считал и плакал. И все вот такое. Осталось где-то, надо найти. Сказали, в музей надо отправить, чтобы видели где-то. Итак, я хотел сказать о косяках. Внимательно так осмотрите, сколько у вас там места свободного. Видите, как мы нашли где? Там посмотрите, сколько написано. А когда зайдете в трапезную, там вообще и горы, и все. Считай, это проповедь. И вот это страшные слова. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Прям, душа не может согласиться с этим. А при чем тут это? У меня, может, возможности нет. Это все навсегда. Это притча Соломона, 28 глава, 9 стих. Итак, имея это мирное время, имея расположение и любовь к Богу, по слову Его, мы услышали сегодня, как Господь разными путями добивается, достучаться до человека. Мы увидели, как это делается. Что-то много еще люди не знали. Ну, вот на самолет я сказал где-то. А бывают названия такие, во имя кого-то. А бывает прямо фраза библейская. Корабли как-то называют. Это все проповедь. А если человек думает, да мне сегодня еще рано. И вот вы слышали, Титаник потонул, когда? Ведь речь идет почти о тысяче. Там самая большая катастрофа была. И когда отправлялся, то, который проектировал, и сказал, наш корабль сам Бог не потопит. Но 2,5 года оторвался где-то кусок льда, айсберг. И он медленно-медленно плыл. И именно в эту ночь, туман, удар, и все пошло ко дну. Будем надеяться, что айсберг навстречу нам не плывет. А мы воспользуемся тем, что у нас есть. Я сегодня говорил, чтобы Господь помог нам издать, готовим проповеди во свете Святой Библии. 4-томник. Чтобы люди услышали Слово Его. Вот это, что я сейчас говорю, это на неделю уже ее переведут в буквенные выражения и тоже добавят в книги. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.